Всем привет! Добро пожаловать на канал «Домашний очаг» с Натальей. Сегодня готовлю домашнее жаркое в горшочках. Для этого мне понадобятся куриные бедра. Я заранее удалила косточки и нарезаю достаточно крупно. Далее мне понадобится картофель. Тоже нарезаю крупно. Добавляю столовую ложку сметаны и чайную ложку любимых специй. Здесь у меня восточный. Чайную ложку чеснока свежего. Неполную чайную ложку соли. Все перемешиваю. Заранее обжарила одну морковку и луковицу на растительном масле. Добавляю, все перемешиваю. У меня вот такие горшочки. На дно кладу 15, можно 10 граммов сливочного масла. Также можно заменить на растительное масло. Здесь у меня топленый утиный жир. И раскладываю все по горшочкам. Сверху добавляю шампиньоны. Они у меня здесь замороженные. И замороженную дольку помидора. Можно добавить все свежее. На ваше усмотрение. Затем в каждый горшочек добавляю по половинке лаврового листочка и заливаю водичкой не до конца. Натерла на крупной терке сыр и раскладываю все сверху. Прикрываю крышечками и отправляю в духовку. Духовку разогреваю до 180 градусов Цельсия и выпекаю 50 минут, можно до часу. Все зависит от объема горшочка. Жаркое домашнее в горшочках готово. Приятного аппетита! Готовьте на здоровье! Ну а с вами, как всегда, была Наталья. Пока-пока! До новых вкусных встреч и новых рецептов!